покраснела. И что это ты мне готовишь? А это лечение от запоя. Без ведома больного там. Лечение, лекарство. Эффективное? Ну да. Говорят, хорошее. Ну, пей первое. Давай, давай. Давай, пей. Нет! Давай, пей! Нет! Ах ты дрянь! Ты что это задумала, а? Гадюку пригрел на груди, а? Ты все не так понял! Это он проверил, так или не так. Отдай мне флакон. Отдай мне флакон! Отдай, так. Видишь, как тебя завело-то. Отдай мне флакон, видать, точку, попал. Ну ты же ничего не понимаешь! Отдай мне флакон и все забудем! Нет, моя дорогая, такое не забывается. Значит так, что заслужил теперь, то и получишь. По полной программе. Похлебаешь баланду. Все равно сдохнешь. Не от водки, так поможет кто-нибудь. Вон пошла, стерва. Ты ж пожалеешь, что на свет родилась. Так, скоро будет готово, иди мой руки. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Ты смотри, чего мне пишут. Чего? Удалось организовать 90 человек. Скорее всего, будут еще. Парням по приколу теребить папиков. Нормально? А что дальше? Иди сюда. Слушай, когда на акцию приходит 20 человек, это уже заметно. А здесь, скорее всего, будет больше сотни. Но это же мощь! Здорово! Нам только надо начать. А там уже информация в сеть пойдет. А ты даже не представляешь, как интернет влияет на общественное мнение. Ты у меня такой умный. Слушай, я могу еще ребят из класса позвать и со двора, кто папу знает. Да, конечно! Ага. Мы такой замес замутим, за нами репортеры будут гоняться. А все эти Сундуковы будут стоять под окнами и махать белыми тряпками. Вообще, крутанский, мы всех порвем. Да. Так, это мама из Финки вернулась, сейчас кожу начнет с меня сдирать. Ты, Васечка, лучше сиди и молчи, иначе тебе тоже перепадет. Ты дома? Дома! Это хорошо. Сейчас я тебе мозги-то вправлю. Здрасте. Это здрасте. Мама Василий. Ага. Пельмени будешь? Я как раз пельмени сварила. Как чувствовала, что ты приедешь? Пельмени? Слушай, объясни молодому человеку, пусть он там как-нибудь в другой раз зайдет. Мне нужно обсудить с тобой кое-какие темы. Да-да, конечно. Я, наверное, пойду. Нет, Васечка, сиди. Сядь, Василий.
Он никуда не пойдет, потому что он занимается проблемами моего отца. А мы можем с тобой в другой раз поговорить. Или ты опять в Финляндию собралась? А хотите, мы вам покажем, что мы успели сделать для реабилитации Германа Алексеевича? Мам, посмотришь? Да, конечно. Так, мама, садись, будем есть пельмени. Ну, давай. Пельмени так пельмени. Михаил Петрович, вам бы в клинику надо кровь почистить, отдохнуть. Отдохнешь что-то. Здесь мне сейчас кровь отполируют. Жди. Михаил Петрович, да ты вообще еле живой. Что это ты сюда таким являешься? Если перебрал, дома сиди. Нечего перед объективами мятой физиономии торговать. Дома сидеть не в моготу. Понимаю, неприятности с женой. Но все-таки держать себя надо. Ты, Михаил Петрович, человек публичный, а это обязывает, сам понимаешь. Понимаю. Вот и славно, коли так. Я по поводу проекта по энергетической политике. Ты погоди с проектами. У нас тут с тобой реальные дела образовались. Оказывается, у тебя неприятности не только с женой. Идет шумиха по поводу твоей дочери. Будто бы угробила она человека, так? Двух. Угу. Это, конечно, Михаил Петрович, дело твое, семейное. Случись подобное с моим оболтусом, я бы его тоже всячески отмазывал. Но понимаешь, какая штука? Оказывается, на канале материал о тебе готовили. И о дочке твоей, с аварии ее. Вообще, они много там чего накрутили. Кое-какие твои старые грехи вытащили. Такая, знаешь, острополитическая передача. Кто заказчик? Соломин, думаю. Mm? Я вот полюбопытствовал, все отсмотрел. Добротно сделали, молодцы. Чуть было в эфир не пошла, еле успели перехватить. Спасибо. Послушай меня, Михаил Петрович, у нас на носу выборы. Я хочу, чтобы мои соратники выглядели святей икон. Даю тебе неделю сроку. Урегулируй вопрос, чтобы комар носа не подточил. Политик, публично нарушающий закон, дискредитирует партию. А твою историю, ох, как раздуть можно. Понял, понял. Вот-вот. А если не справишься, мы от тебя просто избавимся, извини. Такой пиар нам совершенно ни к чему. Так-то вот. Мама. Ой. Ирочка, доченька. Я как-то вздремнула, как-то совсем быстро начала уставать. Совсем. Совсем быстро. Уставать начала. Ну, а ты, доченька, как ты? А что ты? Как вроде и не в себе? Поругалась с друзьями? Нет. Нет? Ну так что же? Ну говори, доченька, ты не молчи, ты не держи ничего в себе. Ну скажи, тебе легче станет. Мам. Ну? Меня папа из дома выгнал. Как это? Выгнал? Ну, Ира, ты... Ну объясни ты толком, как это выгнал? Он что, совсем за пой ушел? Еще в какой. У него глаза красные, весь трясется, как последний синяк возле гастронома.
Ну и что же это ему в голову пришло, дочь, выгонять на улицу, у него что, стакан из рук вырывают? А вот я попыталась. Попыталась? Ну что, я разве могу спокойно смотреть, как родной отец себя в гроб вгоняет? Ну он же мне не чужой все-таки. Я ему говорила, что эти запои до добра не доведут. Ну что, я не права, мам? Права, доченька. Конечно, права. Ну так вот, я решила купить ему специальный препарат, чтобы у него отвращение к алкоголю было. Ну, что, не получилось? Ну, он, в общем, застукал, как я ему этот отвар готовила. Ты себе не представляешь, какой там мор был. О, Господи. И что же, из-за этого дочь на улицу выгонять? Он что, совсем с ума сошел? Так я тебе про то и говорю. В общем, он решил, что я его отравить хочу. Ну, нормально, а? Ну, как будто у меня есть какая-то причина его травить, ну, а? Да. Да ладно, если бы только это. Так он пошел дальше. Он меня хочет в тюрьму посадить. Что? А ты знаешь, что если он что-то решил, то он это сделает. Как это? В тюрьму? Как это? Это как это в тюрьму? Это знаешь, это пусть он тюрьмой кому-нибудь другому грозит. Тюрьму. Уж я-то свою дочь, знаешь, ему на откуп не отдам. Тоже мне прокурор нашелся. Ух ты, какой прокурор! Срока раздавать. У самого-то морда знаешь, в каком пуху? Уж я-то знаю. Все, пойдем, Ирочка. Не-не-не, ты что, я не могу пойти. Я ему сейчас вообще как красная тряпка. Я лучше подожду, а вот ты сходи и поговори с ним, мама. Правильно, хорошо, я пойду. Я пойду, я скажу. Он у меня как уж на сковородке завертится. Да, он у меня вмиг протрезвеет. Он у меня до конца жизни будет прощение просить. Представляешь, какой красивый особняк был? Ну да. Ну ничего так, обычные развалины. Ну да? Да. В тебе явно недостаток романтичности. Надо с тобой воспитательные работы проводить. Может быть, ты возьмешься? Я ученик прилежный. Все на лету схватываю. Попробую. 100 лет в лесу не была. Нет, выбиралась, конечно. Барбекю, шашлыки, салфетки, официанты, серебро на столе. А в радиусе 2 километра ни одного человека. Но это все не то, правда? Правда. А так, чтобы погулять, чернику, малину пособирать. Ну да, шишками побросаться. Мы с сестрой постоянно летом в лесу пропадали. Еще когда в школе учились. Представляешь, как здорово было? У меня сестры нет, но представить себе могу. Старше, младше? Мы близнецы. Здорово. С родителями живет? Нет. А чем занимается? Так же, как ты учительствует или какой-нибудь еще другой общественно полезной деятельностью? Кать. Я спросил что-то не то, а? Кать. Извини, просто у тебя как-то настроение слишком резко поменялось. Нет, все. Может, нормально. С тобой какие-то неприятности? Может, я могу помочь? Хотя, в данной ситуации предложение, конечно, более чем нелепое. Спасибо тебе. Ты меня извини, что я так… У моей сестры, правда, большие неприятности. Здоровье? Теперь уже да. Она сначала… После института по специальности устроиться сразу не смогла. Потом личные неприятности, и все одно к одному как-то. В общем, к наркотикам пристрастилась. И когда поняла, что увязла, испугалась очень. Письмо мне написала, просила помочь. Я приехала домой и ужаснулась просто.
Мама дни до ее смерти считала. Я ее сюда перевезла. Нам здесь помогли очень, сказали даже, что есть надежда на полное выздоровление. Просто ждать надо. Долго. Возможно, несколько лет. Извини, что спросил. Извиняться не надо. А то ты какой-то совсем неправильный похититель получаешься. Ну, криминального опыта маловато. Обещаю справиться. Что там? Хочешь посмотреть? Ну да. Пойдем. Да страшновато как-то. Пойдем, пойдем. Жаль, что иногда все так грустно заканчивается. Что именно? Ну вот, жили люди в красивом доме, жизнь кипела. Детский смех звучал по комнатам. Угу, аккуратно. А потом раз, и все закончилось. Пришел кто-то и все это отнял. А потом, не умея воспользоваться отнятым, позволил всей этой красоте разрушиться. Почему так? Ты сама ответила. Потому что не умеют использовать отнятые. А побудительных причин всего лишь три. Глупость и ограниченность людей, которые в данную секунду имеют власть над другими. Патологическая жадность и зависть к окружающим. Ну и обыкновенная подлость. Всего-то. Да нет. Еще вседозвольность. Герман! Просил не беспокоить. Что значит не беспокоить? Ну, откуда я знаю, что значит? Почему это нельзя? Ну, пусти ты меня! Откуда я знаю, почему нельзя? Дай пройти. Ну, не разрешил. Тут весь дом перетряхнуть нужно. Понабрал вообще шептунов. Михаил Петрович. Отвали! Поразвел тут таких же, как сам! Ну, чего ты кричишь? Тут крикунов и без тебя хватает. Не узнаешь? Конечно. Привык, что я за всю свою жизнь слова тебе поперек не сказала. Все! Хватит. Вот теперь я тебе все выскажу. Давай, высказывай. Ты почему Ирку из дома выгнал? Совсем, что ли, на старости лет ума лишился? Оно и понятно, ты же пьешь с утра до вечера. Молчал бы, а? Сама не просыхаешь. Ну, хорошо, что подметил, но я-то пью. Я-то пью, потому что я одна осталась. Одна, понимаешь, никому не нужная. А вот ты-то с чего пьешь? С какой-то такой радости ты пьешь? Может быть, ты с этой радости и дочь из дома выгнал? Слушай, ты хоть знаешь, что эта сучка мне устроила? Ну, хорош ты, хорош, отец. Как ты о своей дочери, как будто бы о девке с панели. Да она хуже. От шлюх хоть знаешь, что ждать, а от родной доченьки? Мне теперь собак придется специально заводить, чтобы они еду пробовали мою. А то родная дочь мне может в борщ что-нибудь подсыпать. Ну, вот что ты мелешь? Вот что ты мелешь? Там же лекарство было, чтобы тебя от запоев вылечить. Лекарство. Я это лекарство на экспертизу отдал. Вот посмотри, что они мне ответили. Раствор цианидов. Пара глотков и навсегда от запоя вылечиваешься. Да ты что, Миша? Это ты не шутишь? Дура ты, Лариса. Такими вещами не шутят. Боже мой, что же теперь будет? А что ты собираешься делать? Ирка мне сказала, что ты хочешь ее посадить? Не мешало бы. А? Ну? Ну, что ты так смотришь? Сам не посажу. За ней без меня большой срок бегает. Значит, все-таки посадят. Да ладно. Что-нибудь придумай, чтобы ее задница на нарах не падалась. Но свою задницу тоже рвать не буду. Из-за нее. Да, я перезвоню тебе, ладно? Может быть, пусть она пока у меня поживет. Нет, почему? Пусть возвращается. Вообще, валить ей надо из страны. Куда, Миш? Туда, откуда нам не выдают. Надолго? Год-два, пять. Вообще, как можно дольше. Я ее видеть больше не хочу. Слушай. Мне надо ехать, у меня там встреча деловая. Подвезти? Спасибо, Мишенька. Ну, как знаешь. С
Сама доберусь. Я чувствую, что тебе тоже хорошо здесь. Да? Да. Слушай, а кто это с ним? Жена, что ли? Честно? Ну? Говорит, жена. Да, видать, подлечил ее доктор. Разве скажешь, что полоумная? Головастый, да. Что-то мне тошно стало. Пойду-ка я. Нет, подожди, старый, подожди. Чего? Успеешь приложиться. А с чего это ты решил, что она сумасшедшая? Баба как баба, здоровая вон. Заперти держит, окна заколочены. Пойду я. Стой! А почем ты знаешь, что в дому кто-то закрыт, а? Да кричала же. Помогите, может, мол. Может, кто-то еще? Ты жену-то его видел? Нет. А? Ну-ка, погоди-ка. Да молчи ты. Да что молчать? Доктор же. Да, доктор. А что, доктор не может разбойничать, что ли? Ну. А? Да он же Лёшкин друг. Я разузнал. Вот. А ты документы проверял его? Нет. О! Не проверял. Вот что, Степан, иди звони участковому. Так. Пусть проверит. Души грех снимем. Ага. Все, давай. Дело, да, мать. Да иди. Иди. Иду. Папа поможет, папа простит, Сунефть везде рулит, Сунефть все решит. Папа поможет, папа простит, Сунефть везде рулит, Сунефть все решит. Папа поможет, папа простит, Сунефть везде рулит, Сунефть все решит. Папа поможет, папа простит, Сунефть везде рулит, Сунефть все решит. Слушай, может, пойдем в кино? Вась, с тобой куда угодно. Правда? Послушай, я хочу тебе кое-что сказать. Ну, давай, говори. Ты мне нравишься. Скажи, я... Я тебе хоть чуточку нравлюсь? Нравишься. А я боялся спросить. Ну и хорошо, что не испугался. А я теперь твоя девушка. Угу. И ты за мной ухаживать будешь? Да. И капризы все мои исполнять? Все. Все. Все-все. Все-все. Коля! Привет. А ты как здесь? А я тебя ждала. Ир, я опаздываю на тренировку. Да, я понимаю. У меня просьба к тебе. Ну, Ир, что ты дуешься? Ну, что я тебе сделала? Ну, я же люблю тебя. Ира, ну, что тебе надо? Можно я поживу у тебя? Ты же мне предлагал, помнишь? У меня другие планы, Ира. Прости, не могу. Коля!
Верочка, ты... Ну сколько тебе можно звонить? Совсем немощная стала! Ты что, ключи забыла? Да отстань ты со своими ключами! Ира! Ира, открой! Ирочка, доченька, ну пожалуйста, открой! Как же я вас всех ненавижу! Ира, ты меня слышишь? Как же я вас всех ненавижу! Ира, ну что опять случилось? Уходи. Ну это же невозможно, господи! Я вас ты что, с папой не помирилась? Ну успокойся я ты, Ира, ну так же нельзя! Ненавижу! С ума сводишь и себя, и меня! Я даже не знаю, что делать. Ну давай поговорим, ты же знаешь, что я всегда тебе помогу! Ну иди же ты, наконец! Не знаю. Ну ты выйдешь или нет? Уйди. Давай поговорим, тебе легче будет! Уйди! Ира! Мне уже легче не станет. Господи, да что с тобой? Так это вы виноваты. Ты отец. Я же никому не нужна. Я же прокаженная какая-то. Вот объясни мне, почему я всех ненавижу? Почему меня стали ненавидеть? Мне что? Мне что, теперь до конца своих дней затворницей быть? Или мне, может быть, из себя уродину сделать, чтобы меня хоть чуть-чуть пожалели? Это же так мало! Я же так мало прошу! Ирочка, доченька, ты не права. Это в тебе просто сейчас обида твоя говорит. Ты понимаешь? Так бывает. Навалились неприятности. Тебе только нужно немножечко подождать, потерпеть, и все наладится. Милая моя. Ну что ты? Ну что ты, родная моя? Я же тебя очень люблю. Очень-очень. И папа тебя любит. Ты же у нас самая умная, самая хорошая, самая красивая. Ну почему ты так переживаешь? Все будет Мам, хорошо. Так плохо. Ну прости меня, родная. Хозяева, выйдите во двор. Хозяева! Что случилось? Где вы? Участковый. Хозяева! Герман, не ходи. Хозяева! Будь вы здесь. Меня слышите? Он так и так не уйдет. Где надо вы? Быть. Да в деревне все равно знают, что я здесь. Я скоро буду. Здравствуйте. Добрый день. Уполномоченный участковый Смирнов Петр Петрович. Чем обязан? Да вот, разобраться бы надо. Вы, извините, кто? В каком смысле? Ну, кто вы такой? Что здесь делаете? Это же не ваш дом? Да, дом не мой. Дом моего приятеля Добровольского Алексея Ивановича. Он разрешил в нем временно пожить. Угу. На паспорт ваш можно взглянуть? Да, конечно. Пожалуйста. Прописан в Санкт-Петербурге, в том же доме, где Добровольский. Можете с ним связаться, он все подтвердит. Достаточно? Достаточно. Только вот какая штука получается. Очень странно вы себя ведете. Ну, как-то странно. А вот сигнал поступил. Будто вы тут женщину держите взаперти, веревками ее связываете. Кричит, говорят, она больно громко. Зовет на помощь. Как такое может быть? Я вас уверяю, господин участковый, никакого беспокойства от этого дома не происходит. Как я понимаю, это вам Матвеич с пьяных глаз сигнальчик послал. Ну, с пьяных глаз и не такое можно наградить. Ну вот, давайте пройдемте и посмотрим. Развеем, так сказать, слухи. Пройдемте в дом. Что же вы не идете? Гражданин Кузнецов. А гражданину Кузнецову Герману Алексеевичу не нравится это несанкционированное вторжение в дом и попытка произвести обыск. Нет, какой обыск? Я просто обязан отреагировать на сигнал. Пройдемте. Или что, вы хотите препятствовать власти?
Господин участковый, власти препятствуют. Не так, да и вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Да вот господин участковый уверяет, что я тебя связываю веревками, что ты кричишь на всю деревню. Это когда мы с тобой последний раз, наверное, да? А я соседей наверняка напугала. Ой, вы простите, ради бога, нам просто в городе негде этим заниматься. И мы вот сюда выбираемся. Вы, кстати, сами попробуйте как-нибудь. Увлекает. Чего попробовать? Ну, жену связывать. Ей наверняка понравится. Ей этого не хочется. Глупости. Глупости? Слушайте, ну совсем даже не глупости. Очень интересное занятие. Угу. Правда, милый? Да, конечно. Извините. До свидания. Ничего, ничего. А вы... А что, в дом не зайдете? Что, а? Нет. Господин участковый, калиточку прикройте. Всего доброго. До свидания. Петро. Ну, скажи своей Марфе, чтоб не болтала чего зря, дура старая. А они-то чего? Того? Того-того. Ролевые игры у них. Чего? По Камасутре. А ну-ка, давай, а ну-ка, давай. Лови. Кидай, слон ловит. Сейчас, оп, лови. А теперь давай, Макар, давай, Макар, давай. Кидай. Аня, кидай. Звонок, открой. Да, да, так, иду. Ну-ка, давай, давай, давай. Идите в детскую, оп. Ради бога. Детскую, детскую, давай, детскую, давай. Папа, мальчики, в детскую. Давай, давай. Давай, 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 ну-ка, бегом, бегом, бегом. А ну-ка. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Извините, а могу я увидеть Добровольского Алексея Ивановича? Да, конечно, проходите. Угу. Спасибо. Проходите. Угу. Спасибо. Лёш! Да! Лёш, к тебе. Чего? К тебе. Алексей Иванович, здравствуйте. Здрасте, ой! Алексей Иванович, мне необходимо с вами поговорить. Это займет буквально 5 минут. А, это... Проходите на кухню. Спасибо. Хорошо. Давайте. Макарчик. Давайте. Мальчики. Маршицкий Евгений Павлович, капитан ФСБ. Понятно. Нас интересует ваш друг, Кузнецов Герман Алексеевич. А, я готов. Вы знаете, Кузнецов ввязался в очень неприятную историю. Я не буду раскрывать всех деталей, скажу одно. Он похитил человека. Как похитил? Кого Герман мог похитить? Женщину. Бред какой-то. Зачем ему это нужно? Вы знаете, я надеюсь, мы скоро выясним, зачем ему это нужно. Кстати, а когда вы последний раз видели Германа Алексеевича? А, месяц назад. Угу. А, у нас был вечер выпускников, угу. Вот там мы виделись. Угу. И что, после этого вы больше его не видели? Вы же с ним дружили. Ну да, дружили. Это было в школе давно. А-а-а. В последнее время мы видимся крайне редко. Mm-hmm. И то по большей степени случайно. Mm-hmm. Скажите, а зачем вы ему звонили 27-28 числа 3 раза подряд? А, у нас у завуча mm-hmm. заболели легкие. Mm-hmm. Да, mm-hmm. и я ему звонил, чтобы mm-hmm. Герман помог. Понятно. Значит, вы не знаете, где сейчас находится Кузнецов? Нет, к сожалению, не знаю. Ну, не знаете, так не знаете. Да, кстати, а куда вы выезжали вчера вечером? А, я прорабатывал маршрут похода. А. Со своим классом. Угу. Угу. Поход – это замечательно. Да. Да, да. Угу. До свидания, Алексей Иванович. Если узнаете что-нибудь... Да, сию же минуту, обязательно. Спасибо. Угу. Прошу. И отнеситесь к моей просьбе серьезно. Очень серьезно.
До свидания. До свидания. Ну и что, кто это приходил? Да это так. Из конторы со щитом и мечом. Пап, он нам щит и меч принес? Покажи меч. А ну-ка, давай-ка я тебе лучше мяч покажу. А ну-ка. Эй, братарь, спасай от ворота. Держи. Так. Ой. Сейчас, сейчас. Пока давайте без меня. Все, ждем. Вот увидишь, минут 15. Больше он не выдержит. Есть. Звони Радюку. Серега, Добровольский знает, где Кузнецов. Поехал за ним. Да точно, точно. Мы его ведем. Давай за нами. Продолжается продажа спиртных напитков несовершеннолетним. Последняя проверка выявила 215 таких точек, где были зафиксированы подобные... Есть новости. По результатам проверки на пока все нет. Провинившиеся торговые учреждения наложены крупные штрафы, а у 17 из них... А когда будут? Без права на возобновление статусную игрушку придется вернуть? Правоохранительные органы расследуют избиение заместителя прокурора города в одном из ночных клубов. Тебя здесь никто не держит. Уголовное дело по части 1 статьи 101 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Этот чиновник в минувшие выходные снова отдыхал в одном из ночных клубов города, где у него возник конфликт с другими посетителями клуба. ОМОН на выход! Рассредоточились! Выходи, руки на машину, быстро! Спокойно, спокойно! Добровольский, мы же просили вас отнестись к нашей просьбе серьезно. Я так и сделал. Добровольский, где дом Кузнецова? Сами ищите. Понятно, тащи его сюда. Ты здесь, а ты со мной. Пошли. Идите. Здорово, отец. Здрасте, люди добрые. Здравия желаю. Чуете вы, люди добрые, товарищи? Лёшку-то заковали. А ты что, отец, знаешь этого человека? Кто? А как же?
Сосед. Понятно. Володь, поговори с дедом. Остальные за мной. Вы можете показать, где находится дом этого человека? Да, а это... А чё ж не показать? Покажу. Только у него там люди проживают, его знакомые. Вот мы заодно и познакомимся. Выступайте за товарища. Так. Командир, подожди деда. Хорошо, понял. А чего там у него? В доме случилось чего? Идите. Понял. Ой, извините. Так, Добровольский, давайте без глупостей. Вы что, хотите статью за соучастие? Ой. Господи. Гроза-то как разыгралась. Не к добру чай. Сейчас могут стрелять на любое движение, Кать. Так что лучше тебе уйти. Я не пойду отсюда. Подожди. Никуда. Я не знаю, что здесь сейчас будет, но я буду защищаться. Я прошу, уходи. Я без тебя никуда не пойду отсюда. Внимание, третий. Обходить слева. Есть. Мы идем справа. Понял. Чисто. Так, пошли. Все. Ты чего? Не могу пойти. Пойдем, пойдем, пойдем. Здесь развалины недалеко, спрячемся. Давай. Пошли. Учителя сюда. Ну ничего. Женщина он далеко не уйдет. Прочесывайте в западном направлении. Понятно? Понял. Вперед. Осторожно. Мы тут как раз пересидим. Вашему другу чертовски повезло. Сбежал, гад. Так, меня интересует, где он может спрятаться и переждать непогоду. В районе 2-3 километров. Так я-то откуда знаю? Я не местный. Послушайте, Добровольский. Либо вы добровольно отвечаете на вопрос, либо утро встречаете в камере как соучастник преступления. Это понятно? Я же сказал, я не знаю. Не знаешь, значит? Ну ладно. Хорошо. Хорошо. Подождем. Переходим к последним новостям. Подождем.
Завершено следствие по делу об аварии на Петровской набережной. Обвинение предъявлено студентке Ирине Сундуковой, дочери крупного политика и предпринимателя. Следствие установило, что именно она совершила грубейшее нарушение правил, выехав на встречную полосу движения, что и привело к аварии, в которой погибли супруги Серовы, преподаватели одного из петербургских вузов. Свидетели аварии заявили о своей готовности явиться в суд, чтобы подтвердить вину Ирины Сундуковой. Следствие принесло извинения врачу Герману Кузнецову, который ранее был ошибочно назван виновником аварии. Так выходит, Герман не виноват? Так выходит, зря вы на него облаву-то устраивали? Добровольский, вы о чем? Так только что по телевизору сказали, обвинения в аварии с Германа сняты. А мне плевать на эту аварию. Мне вообще нет до нее никакого дела. Ну, Кузнецов похитил человека, и за это должен быть задержан. И я его задержу. Гера, нас не найдут? Нет. Страшно. Может, попробуем выбраться? Катюш, потерпи еще немножко. Тоже скоро кончится. Попробуем. Как гремит наверху, да? Ага. Может быть, конец света, мы сидим тут, ничего не знаем. На конец света нас бы пригласили. Ты мне скажи. Ну, если мы выберемся отсюда, ага, мы там сможем вместе быть? Не говори ничего. Вера. Я тебя люблю. Ну, просто знай это и все. Катюша.